ni astavai satam ili ni astavaitestam kuda zabrosilavas jis. Zanti jis sama pasibia jis, da? Ushinti jilos kazat, что она справедливая. Вот. И есть люди, которые ходят по, ну, по миру сегодня и жалуются на жизнь, жалуются на соседей, жалуются на людей всех из-за того, что для них жизнь несправедливая. Они ожидают справедливость от жизни. И вы знаете, что они получают? Разочарование. И я хочу вам сказать, что жизнь это не вещь, это не человек. Жизнь это не человек, который определяет, вот ты хороший, или ты хорошая, вот я буду с тобой поступать вот так, справедливо. А вот, или как-то вот так. Не, жизнь вот не так устроена. Если бы так была жизнь устроена, была бы класс и здорово. Но поймите, жизнь по-настоящему, к сожалению, нужно знать жизнь, прежде чем она сможет быть справедливой к вам. Нужно понять жизнь, прежде чем она сможет быть к вам справедливой. Нужно, как вам сказать, знать законы и те принципы, которые устроены жизнь и которые руководствуются жизнью. Прежде чем мы сможем что-то ожидать от нее. То есть жизнь автоматически, само собой, вот просто так, нельзя ожидать, что она будет справедлива к нам или нет. Или ожидать, что вот она будет, или что вот жизнь несправедлива ко мне, или ну, она должна быть справедлива ко мне и так далее. Это миф, это иллюзия, это самообман. Жизнь будет к вам поступать, только то, так как вы поступали к этой жизни. Или то, как вы себя как-то предоставлялись в жизни. Может быть, вы даже поступали хорошо. И вы никому не делали плохо. Потому что люди, в основном, которые жалуются на жизнь, что она несправедливая, это в основном люди, которые хорошие само по себе. Они никому не делали плохое. И из-за этого мы уже думаем, вот я ко всем хорошо отношусь, я никому ничего плохого не делал, чего тогда мне вот так вот? Почему тогда мне должно быть плохо? Почему вот ко мне должны вот так относиться? Если я со своей стороны никому плохо не делал. Слушай, жизнь вот не так работает, к сожалению. Жизнь, она может быть жестокая, жизнь, она может быть несправедливая, жизнь может быть любая. Она может быть авария, может быть неустройство, может быть, можно предать нас, можно нас разочаровывать, можно нам делать зло, можно поступать к нам не потому, как мы заслуживаем. Самое главное в жизни для нас, чтобы мы с вами поняли, как же реагировать на жизнь. Чтобы мы поняли, какие законы руководят наши действия, как мы поступаем, как мы себя ведем, просто реакционно на жизнь или осмысленно. Вот, допустим, жизнь будет поступать к нам и относиться к нам не всегда хорошо. Вот как мы будем в этой ситуации реагировать? Мы будем реагировать по нашим чувствам, будем реагировать потому как по нашим болям или будем осмысленно по определенным законам жизни реагировать. Если мы будем реагировать по болям и по нашим ощущениям, знаете, жизнь будет продолжать только лупить, бить, разрушать и уничтожать нас. Допустим, если я кому-то помог и этот человек пошел и сделал мне что-то плохое, вы знаете, какой естественная реакция, которая диктует мне моя плоть? Моя плоть и мое тело, своего собственного я мне говорит, слушай, все, жизнь несправедливая. Ты помог тому. И они вот так все тебя предали. Значит, ожесточись. Закройся. И
Ni kamumboche n'est pas mort. Et ni de la dobro ni kamumboche. Votre to kak yestes, vos yestes vena plot regire. Non, kak jitela, kak be reagirova na eta bog. Kak be reagirova Isus. Вот это и есть принципы жизни. То, как Иисус бы реагировал, и как Он говорит нам реагировал в Библии, и есть те правильные принципы, на которые построена жизнь. Жизнь построена на эти принципы Иисуса, что если мы поступим по принципам Бога, тогда жизнь всегда будет нам вести. То есть, допустим, если Библия говорит, воздавай добро за зло, да? Не отомсти за себя никогда. Не отдавай зло за зло. Делай добро. Любите и не вас ненавид никого. То есть благословляйте только и никогда не проклинайте. Но делайте добро и никогда не делайте зло. Если мы будем вот по этим принципам относиться к жизни, на первый взгляд люди будут над нами смеяться, как будто мы Но так неразумный, да? Мы как будто не понимаем, как будто мы над нами будут ругаться и так далее. Но если мы поступаем и будем до конца усердно держаться за эти принципы, ребята, мы поймем одно, что Божьи принципы есть истина. А истина всегда права. Как истина всегда победит. Вот. Чтобы вы не сделали с истиной, вы ее не можете уничтожить. Можно ее резать в кусках и сжечь его в огне, и каждый кусочек будет говорить, я истина, я истина, я истина. Законы, нельзя ничего делать против законов Божьих. Законы будут работать по-любому, на то и законы. Закон, что такое закон? Закон это определенные принципы, определенные установления, утверждения, которые уже утверждены, не зависимы от нас, помимо нас, и которые будут работать, хотим мы это или не хотим. Это тот же самый, как закон естественной науки, да, правит миром физического мира, так и законы духовные правят духовным миром и человеческим общением, человеческим отношением. Вот. Но как мы, из-за того, что мы несчастно знаем, эти принципы и эти законы. Или, может быть, мы знаем, но мы не доверяем до конца эти законы. У нас вера нет в эти законы. Мы не верим, что Бог есть Бог справедливости. Мы не верим до конца, что Бог сделает, что Он сказал. Мы не верим до конца, что Господь за Ним последнее слово. Что Он скажет свое слово все равно. Что так, как Он говорит, так оно все равно будет. Так как он сказал, все равно оно уже утверждено на небесах. Так и произойдет. Из-за того, что мы не часто доверяем Богу, мы не до конца доверяем Богу, мы зачастую поступаем по тому, как мы чувствуем себя. И из-за этого мы не получаем Божьей справедливости. Вот, допустим, часто люди говорят, а я знаю мою маму, или моего отца, или моих родственников, которые всегда поступали хорошо, всегда никому ничего плохого не делали. А почему вот им так жизнь не везет? Почему такая жизнь у них? Слушай, если они знают Божье Слово и Божьи законы, они должны продолжать делать добро. Они должны продолжать все равно любить. Они должны все равно продолжать благословлять, а не проклинать. Но если, когда люди уже так начинают говорить, что вот, мол, я всем добро делаю, а они мне вот такое зло отдают, и они ко мне несправедливы, это уже пахнет что-то подозрительное. Это значит, что обида уже есть. Это значит, что люди уже не поступают по словам Бога. Это значит, что они уже утеряли веру в этом, Божьем Слове, что они не доверяют до конца Бога. Если бы доверяли Бога до конца, они бы сказали, вот, я делаю добро людям, мне за это дают зло, но я буду все равно продолжать добро. Не из-за
того, что эти люди делают мне зло или добро, а из-за того, что я верю Богу. Я делаю добро не из-за того, что человек хороший или плохой, а потому что Бог мне так сказал делать. Я Богу угождаю, я Богу служу, и я буду все равно, несмотря на человеческие реакции, хорошо поступать к людям. Вот, допустим, некоторые очень часто, и среди нас есть такие люди тоже. Что мы говорим? У меня неудачная жизнь, потому что моя мама меня не воспитывала. Или воспитывала плохо, или не воспитывала хорошо. Вот очень многие люди обвиняют кого-то за их судьбу. И мы часто говорим, вот у меня такая жизнь сложилась, потому что мама с папой развелись, или потому что вот мама мной не занималась, она вышла замуж второй раз, она занималась отчимом, или что-то такое. Слушайте, я проповедую на эту тему сегодня. Не оставайтесь там, куда жизнь забросила вас. Нам нельзя сложить руку и сказать, вот, а я ничего не могу сделать со своей жизнью. Жизнь вообще-то это такая штука, что каждый должен взять ответственность за нее. Каждый должен взять ответственность за свою жизнь. Кто-то говорит, но родители же меня привели в жизнь, почему они меня не воспитывали? Слушайте, тебе уже дали жизнь, тебе старше 18 лет, они тебя не воспитывали до 18 лет. Вы как раз начали свое воспитание с 18 лет? То есть, какая бы ни была жизнь, мы не можем говорить о том, что раз меня вот так воспитали и не так не воспитывали, так я буду жить дальше. Нет, нужно уметь взять ответственность за свою жизнь и говорить, что бы люди мне не делали, я все равно буду делать правильно. Буду поступать правильно, потому что так правильно. Буду делать то, как Бог говорит, потому что так Бог говорит. Не потому что кто-то вот так относился, или кто-то не так относился. То есть, судьба каждого человека в его руках. Из-за этого Бог пришел в жизнь, Иисус пришел в этот мир, чтобы дать нам силу определить свою судьбу, несмотря на то, что люди вокруг нас будут делать. Вообще-то Библия говорит, что весь мир лежит во зле. То, что зло происходит и плохое вещи происходит в мире, это не новость, это нормально, это порядок. Пока дьявол правит делом здесь, в этой земле, не шокируйтесь, не удивляйтесь от сатаны или от плохих вещей, которые происходят. То есть, будет много плохих вещей, но моя жизнь определяет не то зло, которое кто-то совершает против меня или не против других людей. Моя жизнь определяет моя реакция. Допустим, если кто-то на вас нападает и ругал, и вы сказали, вот потому что он меня ругает, поэтому я такой злой. Или потому что он меня ругает, поэтому я не состоятельный в жизни. Слушайте, ваша реакция определяет ваш успех в жизни. Не то, что люди делают вам. Допустим, я никогда не видел своего родного отца. Родители мамы собрали меня, когда мама еще была беременна, 6 месяцев. И потому что она, мама моя была из царственной семьи. И этот папа ее не понравилось, как ее муж, то есть мой папа, относился к матери. И говорит, что нет, недостойно царское отношение. И ее собрали от мужа домой. И он хотел даже уже посетить сына, когда уже родился я. Они его не пустили, они его выгнали. И я его никогда не видел, до завтра никогда его не видел. И кто-то говорит, а вот, потому что я никогда не видел своего отца, поэтому я такой жестокий. Это не оправдание. То есть жизнь может быть несправедлива к тебе, но наша реакция определяет, какая будет наша жизнь. То есть жизнь может быть жестокая к нам, но наша реакция должна быть положительная. Когда я рос, во-первых, кто-то говорит, ты не ожесточился, что у тебя не было отца. Во-первых, я даже не знал, что надо было, чтобы у кого-то у меня был отец.
А потом, когда я уже рос в школе, я уже видел других, что они с отцами и так далее. Конечно, я думал, где же это и так далее. Тем более, до 12 лет и свою маму не видел. Ну, может быть, видел, но не помню. Потому что она вышла замуж. И я жил с бабушкой. И, ну, жил, нет отца, но нет. Ну, меня же учат в школе, как и все. Нормально учат. Меня учат дома, как и все. Мама, бабушка учат нормально. То есть я рос, ну, нету, нет, значит нет. И кто-то говорил, тебе не, ты не чувствуешь, что ты, ну, как это, стар, ну, как это, комплекс неполноценности. Я говорю, нет. Ну, может быть, где-то и чувствовал кто-то, но когда я пришел к Богу особенно, я вообще перестал чувствовать, ну, какой-то комплекс. Почему? Потому что Он же Бог всех нас, Он же Отец всех нас вообще. Если Он Отец всех нас, то значит, я нашел Отца. То есть, ну, если, ну, допустим, я знаю, даже у нас в церкви, ко мне постоянно приходят, у меня не было отца, поэтому, пастор, я такой плохой. Я пошел на наркотики из-за того, что у меня не было отца. Я пошел пить, потому что у меня не было отца. А я говорю, наоборот, у меня не было отца, и я сказал, что я буду отцом своим детям. У меня не было отца, поэтому я говорю, что я никогда не буду поступать плохо к тем людям, у кого нет отца, потому что я их понимаю. У меня не было отца, значит, я наоборот буду сострадательный к людям, у которых нет мужей, ну, нету мужей, женщины, которые одиноки. То есть, важно не то, что с нами произошло не так, а важно, как мы это воспринимаем. Вот, допустим, сейчас, да, у нас в Украине очень жалко зрелище. Пойдите в Крещатик или на улице. Ну, иногда поэкспериментируйте. Начните говорить с людьми. Люди обозленные, люди, ну, очень жестокие слова говорят, плохие слова, очень злые. Потому что кто-то не так поступает. Политики наши, Верховный Совет не то, президент не то, политики не то, они на людей наезжают. Я говорю, возьмите ответственность за свою судьбу. То есть, если мы постоянно будем реагировать на то, что не так, слушайте, мы только в одни депрессии будем жить, потому что каждый день что-то не так. Каждый день что-то не так в жизни. Каждый день даже самые лучшие, самые близкие люди к нам будут нас обижать. Несознательно, не обязательно сознательно, а иногда сознательно. Но самое главное, принять для себя решение, что чтобы мне не делали, я буду положительно к людям относиться. Я буду всегда любить, потому что это заповедь Божия. Независимо, он хорош или он плохой, он заслуживает, чтобы его любили, или он не заслуживает, чтобы его любили. Но я все равно буду любить, потому что это Божья заповедь. Но что такое заповеди? Послушайте. Зачем Бог дает такие заповеди нам? А очень просто. Потому что Бог понимает, как мы устроены. По каким законам мы должны жить? Он знает, что мы устроены, чтобы жить по закону любви, чтобы жить по закону оптимизма, положительного мышления, чтобы мы мыслили, говорили правильно, чтобы мы реагировали правильно на вещь, чтобы мы не грешили. Почему? Он нас так устроил, потому что он знает, как только что мы начинаем жить ненависти, как только что мы начинаем ненавидеть людей и жить, да, закройте, потому что солнце на людей. Да, вот эти тоже, закройте хорошо, чтобы до людей солнце не дошло. Вот, как только что мы начинаем жить по закону ненависти, слушайте, наши организмы начинают разрушаться. Вы слушаете меня? Когда вы, потому что вы живете против естества вашего. Наше естество устроено, чтобы любить, потому что Бог есть любовь. Бог создал нас по образу и подобию своему. Бог есть любовь, и Он создал нас любить. Поэтому самая главная заповедь так и есть. Возлюбите
ближнего, как самого себя. Не потому что он нужен, ему это нужно, ближнему это достоин, или ему это нужна любовь. Ему тоже нужна, но это мне прежде всего нужна эта любовь. Мне больше всего нужна, чтобы я любил. Почему я должен любить? Почему это мне, что это мне дает? Это организм мой начинает функционировать по порядку. По естеству. Мое естество любит. И когда я не люблю, и я не живу по любви, эта ненависть начинает разрушать меня. Вот. И у нас была такая ситуация здесь. Но я думаю, что они не будут против, чтобы я рассказывал эту историю. Семья. Очень хорошая семья. Уважительная. Они такие хорошо, то есть стоят в обществе. И муж, загулял, да? И жена обнаружила, что муж изменил ее. Но не сейчас. Это может быть, он сам рассказал ей об этом. Вы знаете, она говорила, я прощаю тебя, да? Но она сама не прощала, она вас ненавидела его. И что вы думаете? Она думает, что я буду ее ненавидеть внутри себя, но я не скажу ему, я не скажу никому. Но я буду себя ненавидеть. И она сама пришла ко мне и говорит, слушайте, пастор, через полгода мне крыша поехала. Я хочу, короче, ее ловили, еле-еле ее ловили. Она начала прыгать с 9-го этажа. Она говорит, я не могу, она уже вот должна была прыгнуть с 9-го этажа, когда ее ловили. Почему? Потому что это не ее натура, это не наша натура, чтобы мы ненавидели. Как только что она начала ненавидеть, у нее две раковые опухоли выскочили. Теперь она приходит ко мне и говорит, пастор, что теперь мне делать? Я говорю, слушайте, вы сколько ходите в церковь? Я вам говорю то же самое, что бы это ни было, то есть не ради него вы будете его любить. И они пришли ко мне вместе с этим мужем. Причем этот муж, он стал такой, и она сама говорит, что он стал такой любящий. Он так о ней заботится, как она даже не видела всю жизнь. Она говорит, что у нас не было никогда такое отношение, но не могу и все. Я говорю, вы должны, если Иисус простил нас, вы должны тоже простить. Короче, когда она покаялась в этом, когда она исповедовала это, мы молились за нее, она смирила себя, тогда Бог исцелил эти опухоли у нее груди, и она начала работать опять. То есть, это законы работают. Мы не можем жить против закона Божьего и говорить, что нам будет хорошо. То есть, братья и сестры, Бог дал нам заповеди для нашего же блага, для нашего же хранения. Бог говорит, люби врага, Он говорит, любите врагов ваших. Не потому, что эти враги достойны этого, а потому что, если мы станем их ненавидеть, хотя мы сами не виноваты, он виноват, но кто будет страдать? Мы, прежде всего, будем страдать. Почему? Мы живем против, принципа Божьего, против закона Бога. Итак, проповедую на тему, не оставайся там, куда жизнь тебя забросила. Не оставайтесь там, куда жизнь вас забросила. Видите, сколько людей, за сколько мы молились сегодня людей, наркоманы, алкоголики. Слушайте, вам не надо оставаться там, куда жизнь вас забросила. Может быть, это ошибка молодости. Знаете, у всех нас бывают какие-то ошибки в жизни, да? Хорошо, вы начали колоться, или пить, и так далее. Но теперь вы уже пришли к Богу. Бог вам помог. Мы сегодня помолились за вас. Главное, не оставайся там. Прими для себя решение, что хорошо, такое случилось, но я с этим не смиряюсь. Хочу двигаться дальше. Хочу создать новую жизнь. Господи, помоги мне. На то мы имеем Бога, на то Бог и есть. Когда у нас уже не хватает своих сил, мы можем прийти к нему, что, Господи, у меня нет сил, я не знаю, как это делать, но научи меня, помоги мне, прошу тебя, приди мне на встречу. И Бог приходит на встречу. Самое главное, чтобы мы показали ему наше желание не оставаться там, не смириться с тем, где мы себя
где мы оказались, где мы себя нашли. Особенно дети. Очень многие люди жалуются на своих папу, предков, семью, родство, you know, и так далее. Слушайте, простите ваши родители сегодня. Я прошу, просто умоляю вас. Если вы их не простите, Иисус говорит, Он сам нас не простит. Он говорит, кто не простит, кто не прощает обижавшего человека, Бог сам не простит. Давайте примем просто это решение. Примите решение. Может быть, папа вас обижал. Знаете, у нас линия доверия есть. Такие страшные события бывают. Бывает, что папа насилует их детей и так далее в детстве. И вы уже взрослые сейчас. И вы не знаете, как это жить с этим. Вы... Слушайте, давайте простим. Забудем вообще, выкинем с головы. А как это делаешь? Как нельзя забывать? Можно. Попросите кровь Иисуса, чтобы кровь Иисуса очистила ваш мозг. Чтобы кровь Христа омыла вас, эту память от вас. Чтобы освободил вас от этой памяти. Чтобы вы не хотите думать об этом больше. Как только что вы примете такое решение и помолитесь такой молитвой, чудо происходит. Вы забудьте это. Но у всех нас бывают такие плохие ситуации. Самое главное, чтобы мы попросили у Бога. Да, иногда тяжело. Просите Его помощи. Он простит вас. Сколько людей у нас сидят здесь в зале, которые держат до сих пор обиду и непрощение к своим бывшим мужьям, бывшим женам и так далее. Слушайте, не оставайтесь там. Поймите, почему важно нам забывать и откидывать и не возвращаться к этим вещам? Пока мы вспоминаем и живем этими воспоминаниями, эти воспоминания, знаете, что они нам делают? Они тащут нас назад. Это значит, что, допустим, вас обидели в 80-м году, да? Сколько это уже лет прошло? 25 лет. И вы живете еще в 2005 году, в 80-м году живете. Вы себя возвращаете во времени. То есть у вас нет прогресса. Даже если есть физические прогрессы. Машину купил, квартиру купил, работай. Но вот внутри, а мы с вами знаем, что самое главное в жизни человека, это не внешняя жизнь, а внутренний мир. Что у вас внутри творится. Внутренний мир. Чтобы достичь эту внутреннюю гармонию, надо отпустить заднее, чтобы оно прошло. Надо разорваться с задней. Надо разорваться с прошлой. Надо принять решение похоронить прошлое. Вот на то мы делаем водное крещение. Часто люди спрашивают, зачем водное крещение? Мы же уже приняли Иисуса. Вот чтобы похоронить прошлое, Бог и заповедал это водное крещение. Мы оставляем там грехи, непрощение, обиды, все, что нас тормозило, все плохое, все, что было вообще в жизни. Мы идем в воду и хороним все там. И, конечно, есть кровь Христа, которую каждый день мы всегда можем призывать и говорить, Господь, помоги мне. Окей, это одно из позиций. Это первая часть проповеди. Вторая часть этой проповеди. Что же делать? Хорошо, я принимаю решение забить, начать все заново и не реагировать, не думать. Что теперь, как мне начать сналя? Как мне начать жить новую жизнь? Как мне начинать созидать свою жизнь? Я хочу, чтобы вы запомнили определенные пункты. Во-первых, обратитесь к Богу в молитве. Расскажите Ему все, что было. Если вас изнасиловали, потому что есть такие тоже люди, слушай, когда вас обидели, да, вас, может быть, изнасиловали, и после этого некоторые даже люди приходят, они говорят, мы не можем выходить замуж, мы даже любим всех мужчин. Слушайте, подойдите к Богу, просто расскажите Ему все, что было, да, Ему, который поймет все, отдадите все это Ему, просто откровенничайте с Богом, разденьтесь перед Богом. Отдайте Ему все эти вопросы и оставьте все это дело там. И не выйдите, не придите, не уйдите с этой молитвы, с этими вещами. Оставьте все там. Так, это первый пункт.
И дайте себе слово, и дайте Богу слово, что Господь все, больше к этому не возвращаюсь. Второе, что нам надо делать. Попросите у Бога, чтобы Он дал вам какую-то мечту, какое-то видение, какую-то цель в жизни, за которой можно жить. То есть вы должны получить от Бога или для себя найти, за что жить. То есть призвание. Призвание свое надо найти. Вот призвание. Предназначение Божие. А у Бога на каждого человека есть предназначение. Вам надо посмотреть, какие у вас таланты, что получается, какие у вас хобби, к чему у вас тяготение и так далее. Есть книги, целые книги, три книги у меня есть на эту тему. Как найти себя в жизни, как найти свое призвание, свое предназначение. Вот, найдите цель в свою жизнь, своего существования. Запомните, каждого из нас Бог сюда на землю присылает на какую-то цель, на какую-то миссию. У вас есть миссия от Бога, по-любому. Даже если вы сегодня алкоголик, или наркоман, или бомж, поймите, поверьте. Это 100% правильно, это так и есть. Бог создал и прислал вас сюда на землю, на какую-то миссию. Вот надо ее найти. А у кого оно есть? У Бога. Он же ваш автор. Он создал вас. Поэтому, когда вы общаемся с Ним, ну, вы можете это найти. Или просто по себе найти. То есть найти, чему вы способны делать. Иногда наши способности, наши таланты как раз даны нам, чтобы помочь нам раскрыться и раскрыть себя, что в нас заложено, к чему мы призваны. Это второе. Вы должны начинать идти к этой цели, так? И осуществлять, конкретно преследовать, учиться, чтобы состояться в том призвании, которое Господь вам дал. Третье, что нужно делать. Примите решение начинать реагировать правильно на жизнь. Знаете, потому что после того, как вы покаялись и похоронили прошлое, я вам гарантирую, что будут еще масса и миллион ситуаций и возможностей вам осжесточиться на жизнь и на других людей. Но, помните, важно не то, что с нами происходит, или что люди делают против нас, а как мы реагируем на то, что люди делают против нас. Наша реакция. И определите для себя, что моя реакция, что бы со мной ни делали, всегда будет положительна. Я принимаю решение никогда никого ненавидеть. Никого никогда не ненавидеть. Я буду положительно относиться к жизни и к неудачам. Потому что иногда мы ожесточаемся не из-за того, что кто-то к нам плохо сделал, а иногда даже из-за нашей собственной неудачи. Вот, надо нам научиться творчески относиться к неудачам, философски как бы. То есть поймите, что всякая неудача — это всего лишь вам подсказка, как не нужно делать. То есть если я пошел этой дорогой и не пришел к желаемому результату, значит не туда надо идти. Значит другая дорога есть где-то, значит я еще иду и пробую по-другому идти. То есть всякая неудача — не надо огорчаться, не надо разочаровываться. Это Бог вам просто показывает этим, что как не нужно было делать, как не надо делать, что есть лучше, как можно делать. То есть, и таким образом вы не ожесточаетесь, не разочаруетесь и не обижаетесь ни на себя, ни на других людей. Следующее. Работайте так, чтобы быть лучшим там, где вы находитесь. Примите для себя решение, что я буду лучшим. Буду так трудиться, буду стараться быть лучшим. Там, где вы работаете, будьте лучшим. Примите решение для себя быть лучшим. Если, допустим, вы ходите на работу и просят у вас работать 8 часов, работайте 8 часов и 30 минут. Если просят вас работать усердно, работайте двойное усердно. Если просят вас работать 6 часов, идите работайте 8 часов.
Слушайте, всякий раз, когда есть такие люди, которые выполняют планы, которые всегда делают что по ордеру службы, или как называется, по требованию службы, по долгу службы. Если вы делаете больше, чем по долгу службы, невозможно, чтобы таких людей не возвышались. Невозможно, чтобы начальник не замешал. Невозможно, чтобы продвижение вперед не было у таких людей. Но проблема нас всех в том, что мы хотим делать минимум. Даже если процент у нас 8, мы хотим делать 7 из половины. А мы, как верующие, должны наоборот только делать. И если мы вот так будем относиться к жизни, если мы так будем жить, делать, переделывать, перевыполнять определенные задачи, которые ставят задачи, то мы не можем быть проигрыши в жизни. Мы наоборот. То есть тем, которые делают больше, чем надо, жизнь приносит им приятные сюрпризы в основном. Они попадаются на неожиданные благословения. Вот если ищут нового работника или начальника, именно к ним я обратился. Если кого-то ищут, что-то предложить, именно им буду предлагать. Потому что все хотят, чтобы были добросовестны. Все ищут добросовестных людей. Все ищут, кто будет работать, чем надо. Давайте мы все будем такими. Тогда вся страна начнет бегать за нами, чтобы мы дали им работников. Причем надо это делать не на 5 минут, надо это делать не на 1 год, надо это делать не на полгода, а чтобы это стало способом жизни, чтобы мы всегда делаем больше, чем надо. Следующее. Поставьте себе на самообучение. Поставьте себе на самообучение, на программу самообучения. Занимайтесь над собой самостоятельно, постоянно. Никогда не прекращайте обучаться, учить себя. Самообучение, ищите знания постоянно. Следующий пункт, 6-й пункт. Будь добрым. И твори добро всем людям, тем, кто заслуживает и тем, кто не заслуживает. Делай добро всем, по-любому. Твори добро всем. Пускай это будет твоя позиция всегда и постоянно, что какие бы люди ни были, буду все равно к ним добро. Буду добрым к людям, буду дарить людям, будьте просто добрым к людям. Следующее. Примите решение никогда не сдаваться в жизни. Даже если вы падаете, вставайте и идите дальше. Если вы пробуете, не получается, продолжайте пробовать, пока не получится. Кто сдается, то никогда не будет победителем. А тот, кто будет победителем, никогда не сдается. Давайте все станем. Будем молиться за нужды, которые здесь есть. И будем молиться за друг друга.